На 10 улицах Кишинева на деревьях и столбах расклеено около 5000 объявлений. Один предприниматель предложил мэрии обзвонить фирмы, которые расклеили объявления, и предупредить, что их могут оштрафовать. За работу предприниматель просит 5000 лей в месяц. Предупреждение записали, и рекламодатели обзванивали автоматически. Este strict interzisă postarea anunțurilor pe pavilioanele stațiilor de așteptare a transportului public, piloni, arbori, clădiri, indicatoare rutiere, gherete, semafoare, precum și pe trecerile subterane. Pentru nerespectarea acestor cerințe vor fi aplicate sancțiuni. Предприятия обзванивали по 10 раз за день. За 2 месяца и 1 неделю мы сделали 20 тысяч звонков на стационарные телефоны. Обзванивали 70 номеров и отправили 70 тысяч сообщений на мобильные телефоны. Но у нас не было ощущения, что одними только звонками мы проверяем фирмы. Думаю, пока рано говорить о том, что перестали клеить. Конечно, это неэффективный метод. Пока мы не проверим, что предприниматель все-таки выполнил свою работу, мы не заплатим ему 5000 леев. Предприниматель также уверен в неэффективности проекта. Незаконно развешенных рекламных листовок меньше не стало. Тем не менее, мужчина требует с ним расплатиться. Это был пилотный проект. Мы проверили, сработает или нет. Мы можем заключить другой контракт на более длительный срок. Мы оба должны выполнять обязательства. Мы выполнили, теперь они должны заплатить. Власти не знают, как еще можно бороться с такой рекламой. На некоторых рекламодателей подавали в суд, но ни одного из них не привлекли к ответственности. Штрафы есть, но нужно еще доказать, он клеил или не он. Они все говорят, что не клеили, не признаются. Есть проблемы и с законодательством. По кодексу о правонарушениях за несоблюдение чистоты в городах и селах граждан могут оштрафовать на 400-800 леев и предприятия на 1000-2000 леев. Пока власти ограничиваются снятием листовок. В временных объявлениях о съеме квартиры или ремонтных услуг в Кишиневе только 10%. Остальные объявления – это систематическая реклама различных фирм. Анна Смолницкий, Виталий Соболь. Сегодня в Молдове.